Ранним воскресным утром у Дворца творчества детей и молодежи было достаточно многолюдно. Здесь были молодые ребята с рюкзаками для сборов, был слышен гимн и звучали напутственные речи. А все потому, что в это утро сразу 234 нефтекамских десятиклассника отправились на учебные сборы. Как вы? Решились, не решились, испугались, как пытались? Видите, мы решились, настроение боевое. Мы с товарищами полностью готовы и будем служить, подчиняясь. Настроение отличное, хороший дух. Прям готов я. Как служить. У вас друзья? Вы, наверное, с друзьями едете, правильно? Ну да, одноклассники – это уже друзья. Поэтому будем вместе. Вместе будем жить, вместе работать. Как бы. Не испугались? Нет, ну как видите, растут, значит, не испугались. Нас научат там стрелять, как куда смотрел? Как прыгать с парашюта и так далее. Пройдут они на базе учебно-методического центра «Авангард», который, в свою очередь, является частью военно-патриотического парка «Патриот». На протяжении 5 дней юные нефтекамцы будут проходить школу молодого бойца. Второй год учебные сборы осуществляются выездные по всей республике Башкортостан. Все ребята со всех муниципалитетов нашей республики выезжают в парк «Патриот» в УМЦ «Авангард» по приказу Министерства образования и по графику Министерства образования. Дорогие юноши, я вам желаю, конечно же, стойкости характера, здоровья, веры в себя, опоры друг друга. Этим парням предстоит повысить свое мастерство по строевой, огневой и физической подготовке. Также они изучат общевойсковые дисциплины, отработают строевой шаг, навыки сборки и разборки автомата, применение противогаза. Все полученные знания юные нефтекамцы отработают на практике. Равняйсь! Верная! Справа, по номерам школ, воеруки, командуйте! На посадку, шагаем, марш! Учебные сборы нынешних десятиклассников входят в образовательную программу по предмету ОБЖ, поэтому обязательны для всех школьников. В программу входит изучение прав, обязанностей и ответственности военнослужащих. Также школьники больше узнают о радиационной, химической, биологической защите. Завершатся сборы 2 декабря.